Мы просто гуляли, решили пойти по льду, и мы нашли крысу. Тут крыса плывет куда-то. Она хочет дышать. Это выдра. Все... У нас в Казахстане есть выдры? Да. А нихера. Короче, мы нашли выдру. Да, ну. Где эта выдра? О, это крыса. Это крыса или выдра, скажи мне? Это крыса. Где она? Где она? А, это где крыса делали? Выдра куда-то исчезла. Выдра называется. Ой, две выдры. Это гнездо. Это бобры. Это бобры. Мы нашли бобров. Ты еще один бобер. Да, снимаешь? Нет. Чтобы они могли дышать. Они же и там дышали, зачем? Ну, смотри, там маленький. Он же ушел. Я увидел, он стал голос. А сразу же потом могли дышать. А это же их домик, конечно, не бездомный вроде как. Я удивил. Но я все равно, блядь, удивлен, что мы нашли бобров. Два бобра! Как? Два бобра. Я нашел бобра. Я вообще первый раз в жизни вижу бобров. А я типа вживую первый раз вижу. Ладно.